успокойся, успокоилась, успокоилась, успокоились. Нажми на крестик. Господи, прости меня за все. Мама, ты нажала на крестик? Женя, я уже и на крестик нажала. Я уже и перекрестилась. Можешь мне молитву какую прочитать? Ой, здравствуй, дочка. Все. Тут мама. Мама приехала. Бабушка твоя, да. Дай бабушке трубку. Все, я заканчиваю разговор. Не, дай бабушке трубку. Твой внук. Алло. Алло, ба, привет. Привет, внучара. Бабушка, ты приехала? Ну, конечно, приехала. А ты что, на мой инстаграм не подписан, что ли? Я же эту геолокацию включила. Нет, бабушка, не видел. Ага. Кстати, слушай, внучарки, ты это, на одноклассники мне больше не пиши. Удалилась я оттуда, ва. А почему? Одноклассники закончились. Хотела. Ба, мне надо файл с компьютера передать. А тебе как, по мылу или в скайпе лучше? Как удобно. Ну, лучше по мылу, конечно. Ба, тогда пару джипегов с презентации заверни в архив. Слушай, давай я просто удаленный доступ открою, сам ковыряйся. Супер, давай. Ага, сейчас, секундочку. Открыто! Спасибо! Ага, давай, внучар, пока. Ух. Мама. Как ты со всем этим разобралась? Доченька моя, я с субсидиями разобралась. А это вообще легкотня!